Здравствуйте. Накануне, 28 июня 2021 года, около 6 часов утра, на 128-м километре автодороги Кунгур-Соликамск, в Чусовском районе Пермского края, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Sorento, двигаясь в сторону Чусового, по неизвестной причине выехала на встречную полосу и допустила столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2113, под управлением 40-летнего водителя. В результате мощного удара, Kia перевернулась на правый бок, а отечественная Лада загорелась. Ее водитель, от полученных травм скончался на месте происшествия. Женщина-водитель иномарки и ее 38-летний пассажир-мужчина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведется следствие. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 28 июня 2021 года, на российских автодорогах зарегистрировано 212 случаев ДТП. В них погибли 23 человека. Один из них — ребенок. Различные травмы получили 254. 40 из них — дети. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!